красивой девушки должны быть красивые волосы, красивые ногти, красивая кожа ухоженная и душа. Это тоже важно. Правда, мы тут не волшебники, с душой мы не работаем, но зато мы работаем с красотой. В нашем салоне красоты мы рады предложить нашим клиентам парикмахерские услуги, маникюр-педикюр, услуги качественные косметолога, массажиста, а также в нашем ассортименте имеется солярий. Сегодня мы увидели Олю в первый раз. И та Оля, которая зашла в наш салон красоты, которая вышла, совершенно два разных человека. Полностью преобразили волосы, сделали красивый мейкап, а также подчеркнули красоту лица бровями. Современный мужчина, как и женщина, должен ухаживать за собой. Это касается как волос, так и ногтей. Костя получил сегодня прекрасный маникюр и расслабился под руками нашего опытного массажиста Олега Олеговича.